Ну что ж, династия в Sims 3, дамы и господа, мы продолжаем наше вечное приключение. Ну, по-моему, оно будет вечное, потому что... Блин, а где опять попугай? У кого опять попугай? Кто скоммуниздил попугая? Он снова улетел? Я не понимаю, почему я каждый раз перезахожу в игру, и у меня отсутствует попугай? Вот мне вот чисто интересно. Ладно, неважно. Не буду больше заводить попугая. Даже сделаю ход конем и вот его продам. Ладно, не продам. Или... Нет, продам. Мне напоминает о грустном. Все. Так, не ходи туда. Зачем тебе туда? Что можешь делать? Так и не надо убирать его. Оставь его в покое. О, причина неизвестна. Вы посмотрите на это. Мы все-таки забеременели. Как это же замечательно. Так, нет. Отправляйся, пожалуйста, спать. У нас сейчас будет вечеринка. Вечеринка у нас будет с раздачей подарков. Это замечательно. Посмотрим, что же нам все подарят. Почему бы нет? Сегодня же у нас, да, свободный денечек. Воспользоваться. Иди, пожалуйста, воспользуйся, коль ты уже пошла в эту сторону. Угу. Так. И что ты будешь делать? В другой туалет побежала. Ты куда побежала? Просто на улицу? Раздетая? Окей. Не знала, что персонажи могут болевать не только в этом. Снова вырвать? Серьезно? Понимаю. Воспользоваться. Так, Симфест. Слушай, а ты чем занята? Ты съешь кусочек, да? Помоги маме, пожалуйста, с садом. Очень тебя прошу. Прекрати, пожалуйста, петь эту дурацкую песню. О, у нас что-то сломалось, замечательно. Так, поболтай со своим женихом, а ты, пожалуйста, да, помоги маме. Так, получает приглашение на вечеринку. Да вы серьезно, что ли? Это? Как ее зовут? Вечеринка для соседей. Мы устраиваем вечеринку с раздачей подарков. Да нет, блин, ну не застилай постель, экстремальный сон. А ты куда пошла? Зачем ты обходила весь дом? Ну, как неудобно это сделано, господи. Помоги с маме с садом. Уж кто-кто, если не ты. Так, хорошо, наша вечеринка скоро начнется, это замечательно. Да блин, нет, Снежанна, блин, ты не должна устраивать вечеринку. Когда мы устраиваем вечеринку. Они уже приходят к нам? Нет, еще. У нас вечеринка в два, она только начнет вот. Угу. Господи. Так, пожалуйста, все просыпаемся. Осмотреть. Снежанна, да? Похвалиться дипломом. А где наш жених? Наш жених тоже приглашен. Кстати, между прочим, я это вымахал. А вот она, жених. Поприветствовать. Ну и поцеловать, конечно же, мне кажется. Господи, да, всем нравится я-то. Я-то прям магнит для нас, для всех. Жених. Все отлично. О, как это мило. Позвать всех раскрывать подарки. Давайте, мы же здесь за этим собрались. А ты кто такой? Давайте. А потом нужно обязательно... Я надеюсь, это поболтать? Да, у меня просто там программа записи, я не вижу ничего. О, как это мило. Все такие присаживаются.
Угу. Все, давай, заканчивай. Потом доделаешь. Вдруг все только тебя и ждут. Так, кто первый? Ты? Нет. А, все только складывают подарки. Давай. Что подарили? Приставку, слушай. Прям круто. Фламинго. Это за то, что ты такой красивый. Тоже приставку. Понятно. Где-то была распродажа. Тренажер, что ли? А, нет, лампу. Которую нам в прошлом году дарили, кстати. Что это? Скульптура «Радужный свет». Окей. Она открыла подарок и не забудет это разочарование. Можешь потом провести музыкальную сессию. Блин, у всем реально одни подарки, одни и те же подарки подарили, серьезно. Я не увидела, кстати, что... А, велосипед, слушай. Нормальные подарки. Шахматный столик. Блин, а что нам-то будет? Так, ей не понравилось, что ей подарили... что это за три какашульки? Тоже свет этот не понравился. Так, на очереди мы. Снова приставка. Окей. Так, ты все еще хочешь поговорить со своим женихом? О, Хири. Еще одна гитара. Ну, у тебя теперь будет прям коллекция гитар. Так. Мы уже узнали, что мы беременны? Нет. Так, она играет на гитаре. Это замечательно. Смотреть. Я думаю, ты можешь спокойненько идти спать. Что это? Суши? А, кто-то принес суши, прикольно. Так, ты есть не хочешь, ты хочешь есть. А, суши это с рыбой, ты же не ешь такое. Это мне сейчас... А, подожди, это всем? Это... О, да, смотри, два мольберта. Прям, ну, чисто семья этого. Ну, слушай, мы нормально отбили деньги, которые я потратила на ремонт. Нормально. Откуда у тебя... А, понятно, откуда у тебя тыква. Зачем ты ее вырезаешь зимой? Сказали всем открыть подарки. Так, а ты-то открыл подарки? Наверное, да, открыл, не знаю. Принести еду персонажу? Нет, перебор. А ты что, ты тоже хочешь спать? Поэтому отправляйся спать, я думаю, там дальше вечеринка как-нибудь и без тебя пойдет. Блин, ты можешь с ним поговорить, нет? Отлично. Все, можно выключать эту... Алло? Выключить? Замечательно. Это все наконец-то закончилось. Вручить подарок. А зачем это тебе?
музыкальную сессию. Да ты спать хочешь, в принципе. И гитары наши можно было бы и не трогать. Было бы совсем чудесно. Это были вегетарианские роллы. Ты серьезно хочешь получить третье высшее образование? 30 тысяч очков. Обалдеть. 30, мать его, тысяч. Вы понимаете? Слушай, если честно, я не уверена, что я вот хочу на такое прям заделываться. Это прям, ну, совсем перебор, как по мне. Нет, от этого я не хочу. Вот это можно болтать с Ята. Вот с Ята бы, кстати, поболтать было бы прикольно. Блин, я даже не знаю, что такое удалить можно, что... Давай вот это вот удалим, а вот это вот оставим, но я не уверена, что мы поедем туда. Нафиг нам третье высшее образование, я понять не могу. А можно тебе предложить остаться, блин, пожениться на закрытой церемонии? О, кто-то нам что-то принес. Спасибо, что фруктовое фраппе. Отлично. Бери это в холодильник. А то, блин, я не знаю, делать свадьбу прям грандиозную. Или пожениться на закрытой церемонии и в ус не дуть. Прям вот совсем не знаю. Вроде хочется свадьбу как обычно сделать. А вроде. Жаль, что вы не пришли на вечеринку. Ну так ты к нам на вечеринку пришла. Какая разница? Блюдо блины. Отлично. Так, продолжай спатеньки. И да, я знаю, что я вам обещала этот. Я вам обещала Францию, но что-то тут у нас... Подожди, так я так и не поняла, она беременна или нет? Видимо, нет, слушай. Вроде как была написана причина неизвестна. Но хотя, с другой стороны, вон она столько всего хочет кушать. Так как-то странно. Давай-ка ты, дорогая моя, сейчас покушаешь. Ну, стало бы это просто потрясающе, замечательно. Никто и не сомневался, что так будет. Да, смотри-ка, причина неизвестна. Замечательно. Значит, мы все-таки беременны. Может быть, девчонки с папой сами поедут? Хотя, ведь можно же спокойно поехать все вместе, но при этом не заставлять Кейру делать, как раньше. Может быть, я не знаю, там, Хиори или кто-нибудь. О, освоит садоводство. Уоррен Гарланд умирает. Замечательно. Грустно, конечно. Садоводство здесь. Ну, садоводство у нас уже совсем-совсем скоро. Совсем-совсем скоро. 27. И вот это все надо передать маме, чтобы мама продала. О, у нас еще куча гитар. Так, вот это наша. Вот эту продать. Вот это тоже продать. Вот это тоже продать. Так, а сейчас вот это все мы продаем. О боже, бедная Кейра. Я надеюсь, у тебя там не двойня и не тройня. А то это, конечно, будет весело. Так, скульптура. Блин, куда... О, у тебя можно сюда поставить, почему нет? Блин, такие прикольные палочки, смотри. Найс. А мне нравится. Так, нет, с друзьями мы не будем. Обнять эротично. Получить прибавку к зарплате, слушай. Слушай, ну у тебя скоро повышение, по идее. Я думаю, еще можно пару дней посидеть дома. Как раз, может быть, и Кейра родит. Не удаляй. А почему ты не хочешь прочистить? Стой, ты проснулся? Прочисти, пожалуйста. Что ты там делаешь и где ты это делаешь? Ну иди вон в комнату к ребенку. Агась. ВМЦД идеальной чистоты и ухаживать за садом. Да, тут грязно. Почисти, пожалуйста, чтобы твоя жена была довольна. Опа! Ну, здесь он... О, да, пузю гладит. Отлично.
Кира получает 3 дня отпуска. Слушай, да ей отпуск-то и не нужен. Блин, ей до повышения еще 7 тысяч. Надо напродавать. Это очень дохрена. Родить сына. Кстати, да, сына у нас еще не было. Потому что вот это-то не стоит определенно, а вот вырастить запретный плод. Блин. Не хватает места. Ладно, давай вот так вот. Так. Ты покушать, да? Да, ну, слушай, покушать надо, да. Потом можешь... О, ты хочешь дочку. Действительно, у тебя же дочки до этого не было. Получить повышение. Вот тебе, кстати, до повышения вообще понты. Поэтому секс отменяем. А вот он уже был, как говорится, да? А вот дальше можешь. Давай принять душ, воспользоваться и помочь жене по хозяйству. Потом... О, прикольный костюмчик так надела. Какая милаха. Купить кресло-качалку. Ну, слушай, можно, можно. Это мы можем себе позволить. Мы сейчас, в принципе, все можем себе позволить. Моя задача просто все-таки также до миллиона накопить денежные средства, но... А ты опять поешь, да? Что ты варишь? У тебя в холодильнике дохренища еды. Просто огромное количество. Целоваться. Улучшить навык обаяния и купить новый рецепт. Гуфиг и скорбинка? Угу. Понимаю. А ты все сделал? Мне кажется, ты ни хрена не сделал то, что я просила тебя сделать. У нас еда просто сейчас начнет в адовых количествах пропадать. Я думаю, потом ты можешь спать спокойненько. А что у тебя? Целоваться хочешь? Понимаю. Без отношений очень даже как-то туго. Ну, тебе пока нужно рисовать. Больше я тебе ничем не могу помочь. А у тебя все желания исчезли. Блин, ну, 2 твоих желания вступить в брак и 2 дня до весны. Ну, я думаю, 2 дня нужно потерпеть. Она как раз хочет и кулинарку повысить. И, блин, нам нужно очень много. Нам нужно очень много кулинарки. Том 2 нам уже не подходит. А у нас есть ли том 3? Открыть шкаф. Это том 1 нету. Все, теперь том 2 нам не подходит. Что ж, можно отправиться в продуктовый магазин, выкупить за 120. Нет, подожди. Вот, книжный магазин. Покупать книги. С кем ты хочешь поговорить? Позвонить Энакин Муну. Да ну нафиг его, забей. Я тебя умоляю. Принять душ. Господи, да что ты так орёшь? Блин, как неудобно стоит книжная полка. Почему-то не это. А, подожди, это не то. Вот это сюда. Эту книжку я тоже не знаю, поэтому... А, точно. Я же отправила тебя рисовать. Зачем я прошу тебя делать... Что-то еще. Как ты быстро долетела просто. Ну, городок здесь маленький, небольшой. Так, нам нужно кулинария том 3 добавить. Отлично. Давай домой. Так, а тебе нечем типа заняться, да, мой хороший? Давай выучи песню, что ли. Новенькую. Расслабиться. И читать. О, ты, господи, приветствуешь. Приветствуешь, малыш. Ауф-ауф, да. Больная спина. Понимаю. Взять чистое белье. Тут еще что-нибудь прибавилось? Да. Трюфели. 252. Слушай, как выгодно сажать трюфели. 2 гриба по 200. Очень, очень выгодно. В принципе, тут можно целую эту эпопею трюфелей высадить, и будет вообще. И будет вообще шикарно. Но нам нужно продолжать изучать кулинарию. Нам, кстати, сегодня надо на работу. Да, через целых 11 часов. И почему-то у нас плохие отношения с начальством. Это надо тоже опять снова к ним подлизываться. Блин. Разрушение. Так грызи, ты ж моя булка. Выкопать норку, сходить в этот.
Блин, не ровен час, мне кажется, булка уже все. Какая-то песня странная. Это нам точно не надо. Уровень славы. Блин, когда же ты наконец-то станешь у нас этим? Когда же ты наконец у нас станешь... Повысишься? Ты сегодня идешь на работу? Да, идешь. Тоже через 15 часов. Много времени проводит за этим. Угу. Кейра хочет качалку. Ну, блин, вы эти книжки уже читали. И в чё в паре? А, в парке блюдо. Господи. Ну и желание у тебя, мать. Блин, мне интересно, а в доме эти вот растения... А, растут, все хорошо. Они всё-таки неизвестны. Все так же неизвестное растение, да? Тогда продолжай ухаживать за садом, чё? Чё еще делать? А ты продолжай дальше рисовать, деньги зарабатывать. Наша задача отбить миллион снова. Посмотрим, что из этого получится. Щух. А сколько у нас дней до рас... 12? 9. Хм. Даже не знаю, блин, все будет зависеть от того, что родится. Что родится у Кейры, кто родится у нее. Хотя на самом деле это ни на что не повлияет. Кто будет наследником, уже решено. Собака приносит потомство. Мы будем рады, если вы возьмете одного малыша себе. О, блин, прикольно. Слушай, я не знала, что такое может быть. Так, тебе совсем плохо, да? Беднёжечка. Так. Развлекаться. Говорить. Говорить. Поцеловать, почесать пузю, расчесать, давай, нет, все, очередь полна, ну и слава богу, давай, занимайся песой. А Хиллер Флинт хочет знать, не согласится ли пойти на свидание, да ну нафиг тебе. Ты же, по-моему, старый, нет? Да, ты же старый, господи. Ну что тебя потянуло там, блин? Так. Потом, пожалуйста, вот так. И можно дальше немножечко почитать книжку. Потому что навыки нам нужны. О, за 815, замечательно. Не, нафиг. Продавай, пожалуйста, сразу же. 3000. Пару картин, на самом деле, нарисовать и... Будет все замечательно. Большая. Угу. Ты до сих пор занимаешься. Да, с садом у тебя, конечно, прям тяжело. Но а что делать? Есть спагетти. Воспользоваться, воспользоваться. Ну, тут осталось-то чуть-чуть, на самом деле. Не потяло. Блин, как он хорошо играет, обалденно. Все, ты закончил, умничка. Какой дешевый женщин. А, я один взяла. Но это все равно мало что меняет. В масштабах вселенной. При условии, что нам все еще нужно, да, почти на 7000 это сделать, это прям стирать. Можно. Можно, только некуда. Только некуда все это положить. Так, все продолжают повышать навыки. Это замечательно, потому что нам определенно нужно. Определенно это нужно. Так, вот эту гитару я тоже думаю сюда положить. Блин, купила ему палочку, а он ни разу ей даже не воспользовался. Почему-то просто отказывается и не хочет. А чё ты не идешь кушать, моя дорогая? Ты ж так навредишь себе и ляля. Служебная машина за Секи приедет через час. Было бы чудесно, если бы ты успела повысить уровень кулинарии. Скорее всего, ты успеешь это сделать. Отлично. Все, спасибо. Выучить рецепт приготовления тофу 7. Тофу потрясающе вкусный. Существует так много способов приготовить. Ваш персонаж хочет выучить несколько рецептов приготовления тофу. Я это сохраню просто по причине того, что я не знаю, в принципе... Где найти что-то, связанное с тофу? В Китае, что ли, или где? А может, я ошибаюсь. Чё у тебя тут? Ты идешь смотреть телевизор, да?
Блин, ты хочешь с ним поговорить, а вот место на... Вы оба хотите поговорить друг с другом, но времени на это место, точнее, абсолютно нету. А есть предложить потрогать там... О, объявить о беременности, точно. У тебя же супруг до сих пор не знает. Он хотел, значит, инопланетянина. А получилось обычная ляля. Смотри, как он рад. Ну, слушай, замечательно. Я рада. Можете тогда отметить это дружным сексом. Так, подлизываться к ночи, провести время с коллегами, нет, упорно работать, учиться готовить, провести... Слушай, а где подлизаться к руководству? Или все, типа, я уже настолько... Начальство у нас уже все с ним хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Воспользоваться. Зачем? Воспользуйся просто вот этим. Блин, какая красивая картина. Называется «Моровинд в лучшие его годы». Угу. О, мамку дальше тянет убираться. Слушай, да ты же спать хочешь. Давай экстремальный сон. А ты дальше танцуешь. Ну, конечно. Делать-то нечего особо. Давай, иди спи. Потому что тебе скоро на работу. Старый дурачок. Ну, а ты спокойненько закончи картину. И можно будет пойти покушать. Причем приготовить макароны с сыром. Слушай, тут столько еды, что тебе, наверное, в полжизни не нужно не будет готовить. Служебная машина приедет через час. Ну вот поспи пока. Отлично. Создает подлинный шедевр. Слушай. И стоит он две... Ну слушай, он... это реально красивая картина. Мне вот лично очень нравится. Поэтому вот это вот уже не стыдно. Два... Так. Стой. Давай, пора на работу. Пора на работу, и мало того, что нужно очень сильно, упорно поработать. Давай, давай. Упорно, пожалуйста. Потому что нам нужно повышение. Можно вопрос, почему вы так идете туда? Тут там, что ли, дверь закрыта или что? Ладно, я не буду в это вникать. Сидит. Иди спать здесь. Так, 1400 симолеон приносит секи. Да, и нас повышают специалист по соусам. Плюс огромная сумма денег. Замечательно. Подушками драться — это такое себе. Стать лучшими друзьями с Надин. Коллега по работе. Хорошая подруга. Хорошо. Отправить смс дружелюбное. Стать совладельцем. Слушай, да ты и так совладелец всего города. И можешь принять пенную ванну. Выгулить булку. Булка спит. Примешь ванну. Блин, я уже ненавижу эту песенку. Серьезно. Все. Изучать, прохлаждаться с музыкантами. Давай, поехали. У нас музыканты в группе как раз-таки... У нас просто на самом деле нету музыкальной группы, а все, кто были, они умерли. Зуб даю. Поэтому так у нас и настолько у нас все плохо. Но я думаю, повышение он все-таки заработает. Почему все хотят стать совладельцами, когда у вас реально весь город в этом? Вы имеете весь город. О, теперь ты хочешь спать. Замечательно. А булка думает то ли о переедании, то ли о курочке вкусной, непонятно. Проснулась моя беременяшка. Сегодня все играют из рук вон плохо. Ну, конечно. Угу, хорошо, настроение у всех повышается. Блин, ты так сильно... Ну, ладно, почисти ее, раз ты так сильно хочешь этого. Ян Ли. Господи, я думала, Ян умер. Но нет. Приготовить роллы. Слушай, повышение — это замечательно. Осталось теперь только как бы вот брак, и можно вот еще подружку получить.
лучшую. Ебой. Получить уровень 10 в карьере музыка. Обязательно это сделаем. А играть на гитаре нам не обязательно. Теперь ты поп-идол. В таком преклонном возрасте, правда. Но что поделать. Повышение в должности. Слушай, замечательно. Вот повышение это замечательно. Давно у тебя его не было. Тяжело было тебе все это сделать. Так, подожди. Да нет. Воспользуйся, пожалуйста, туалетной комнатой. И можешь идти спать. У тебя здесь что? У тебя здесь ничего. Блин, вот здесь ничего. Дерево помело, кстати, надо, да. Будет обязательно с этим всем разобраться. Блин, а что тебе делать-то? Тебе и делать-то нечего, по факту. Прям вот от слова совсем. Ну, конечно, можешь всегда убраться дома. Убраться дома и стирать, вот да, вот по всей квартире вообще было бы чудесно. Взять чистое белье. Может быть, к этому моменту уже сад надо будет поливать. Даже не знаю. Конечно, можно было бы разыграть такую вещь, что Хиёри. Блин, а нахрена Хиёри 3 высших образования, если она нигде работать не будет, за исключением вот. Как это называется? За исключением вот быть художником сама для себя. Вот прямо-таки не знаю. Не, ну 30 тысяч это, конечно, вкусно. Вот сейчас у нас 56, и я вот даже не знаю, на что их потратить. Чисто в теории мы можем заполучить вот эту вот самую, ту самую замечательную кровать. Вот эту вот подвесная кровать. Но она стоит всего лишь 20. Можно родителям ее поставить, кстати. Типа вот Хиёри возьмет и сделает такую замечательную... как он? Замечательный подарок маме с папой на рождение нового братика или сестрички. А вот болезни, аллергии, ну вот можно иммунитет приобрести, я не знаю. Нам копить-то не на что, мы уже как бы все получили, все, что хотели. Без зависти, каменное сердце. Юлий Цезарь, ну можно, не знаю. Да, в семейном багаже. У нас, по-моему, кто-то... Да, у нас спит. У нас Джеймс спит. А у Джеймса там сколько? 76 тысяч. А давайте мы, короче, купим... Остановку возраста нам нельзя. Омолаживающее тоже. Синтезатор пищи. Давай купим автомобиль. Вот. И давай купим... Старую пыльную лампу. Знаете, зачем, короче? Мы купим эту старую пыльную лампу для того, чтобы она была в этом. Так, у тебя есть автомобиль? Вот тебе автомобиль. Это будет твой. Так, этот предмет у вас уже есть. Вот так вот, чтобы если что. И что еще? Что я хотела сказать? Вот эта лампа пойдет наследнику в этом. В наследство. Вот. Не знаю, что, кто что будет загадывать. Блин, когда уже будет известно, что за растение мы вырастили? Вот меня дико интересно. Может быть, отправиться на прогулку? Здесь хотя бы недалеко. Вы все равно спать не хотите. Вы спать не хотите и делать ничего не хотите. А вот, блин, то, что булка завоняла. Слушай, подожди, стой. Мыть булку. У него, кстати, миска пустая. Вкусной едой, пожалуйста. Ну где там булка-то? Булка, правда, грызть хочет. Допрыгнешь? Допрыгнешь, хорошо. Булку сейчас накормим. После этого взять игрушку. Слушай, а где наш зубинатор? Ой, непонятно. А вот он, все-таки его убрали. Все-таки его смогли убрать туда. А потом можно сходить прогуляться. Есть остатки рататуй. Слушай. Нам надо как раз-таки действительно поиграть на гитаре. Так. Зайка моя. А, ты уже наполнила, да? Слушай, как замечательно. Сейчас он покусает зубинатор и можете это. Иди пока. Подремли немножко. Он сейчас зубинатор покусает, и вы пойдете прогуляетесь. Так.
Тебе, кстати, тоже можно отправиться на прогулку. Слушай, я надеюсь, это будет засчитываться на то, что у тебя этот предмет уже есть. Реагировать обычно. Отправиться на прогулку. Давайте, айда. Супер. Выучить новую композицию. Вот оно тебе надо. Тебе вот что-то, что-то вот вообще не надо. Принять душ. Этот дурацкий куст постоянно не дает мне. Наград лежит в вашем багаже. Это я знаю, это я знаю. Вы все не можете никак встать, чтобы я вам кровать поменяла. На более лучшую. Она будет совсем, конечно, футуристично смотреться, но что поделать. Вообще, на самом деле, она очень ужасно смотрится, но... Это же Sims. О, прикольно, можно сделать темно-зеленую. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Забавно. Да, очень удобно. Можно было менять эти постельное белье. С огнями прикольно, конечно. Вот, пресловутые... О, господи. Пресловутые цветочки. О, вот это прикольно. Блин, такой психодел, мне нравится. Ту-ту. Так, что у нас тут? Принять душек, поесть. Ну, тут уже все выставлено. Хиори, Сэки, точнее, Сэки еще спит. Знаете, Сэки у нас просто такая... Я сейчас карьеру сделаю, а потом посвящу себя полностью ей. На самом деле, с одной стороны, логично. Я думаю, что за 11 дней она чисто теоретически может залезть на вершину карьеры. А когда она это сделает, уже просто постоянно будет в декрете, потому что мечта у нее всей жизни — это завести 5 детей. Правда, их надо до подростков вырастить, но если рожать прям по кулдауну, это, наверное, будет обсуждать работу. Ты бы все это убрала, похвалить себя. Замечательно. Только вот, к сожалению, нету возможности этот. И улучшить самоочищение. Давай. Коль тебе делать нечего, ты сегодня идешь на работу? Нет, аж через 3 дня. Блин, как же мало работает поп-идолы. Ну, не знаю, успеет он карьеру до конца сделать или не успеет. Да я думаю, успеет. Давай, ты как беременный, я думаю, ты оценишь, определенно оценишь такой этот. Болтать с мамой. Я все вечно ей не даю ничего сделать. Бедная девчонка хочет поболтать со всеми. Так, и нам выдали золото и углеродную сталь. Вот так. И золото. Я мечтаю о нашей встрече. О, Эдди проснулся. Ну надо же. Засранец. Не заниматься этим делом. Ответить на звонок, если успеешь. Серьезно? Слушай, на самом деле, неплохая идея. Вообще неплохая идея, устроить девичник. Блин, прикольно, а давай, почему нет? Попробуем, кстати, еще выполнить... Вот с ней стать подружкой лучшей. Так, птица. Окей, слушай, я думаю, 2 лучших подруг на девичнике... Ну, можно еще вот это вот, домашняя вечеринка. Девичник в 12. А давай, яркий наряд. Супер. Надеюсь, вечеринка... Ну, давайте сделаем так, чтобы вечеринка точно прошла замечательно, потому что офисный авторитет... Ну, вам недорогая. Быстрая уборка. Ту-т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 у. Легендарная хозяйка, вот. А то я не хочу париться что-то там по поводу этой вечеринки. Попросить кого-нибудь произнести тост. Блин, ладно, хорошо. Надо будет обязательно это сделать. Давай принять ванну, воспользоваться.
Так, ты у нас что делаешь? Ты у нас разговариваешь там, да? Ну, ты вроде как ничего не... Так, хочет последний раз перед свадьбой ощутить свободу на сумасшедшей вечеринке и устроить девичник. Эту ночь ей, вероятно, не стоит описывать в своем дневнике. Слушай, ну звучит неплохо. Звучит неплохо. Ты идешь рисовать? Да. Как тебе кроватка? Скажи, прикольная. Да, плюс 10 дает. Так, ну сейчас уже гости прибудут, да? Прибыли первые гости. Замечательно, у нас ванна сломалась. Ты сможешь потом это починить, пожалуйста? Это, кстати, твой яркий наряд. О, ну-ка. А, точно, точно, здесь же именно такой наряд. Ой, слушай, а вот это яркий наряд. Прям-таки, да. Попросить произнести тост. Давай, сестренка, произнеси за меня тост, пожалуйста. О, нам принесли какие-то хот-доги, которые мы не будем кушать. Так, Сэки попросила, чтобы Хиёри произнесла тост. Ей пришлось пожалеть об этом, услышав, что Хиёри в итоге наговорила. У беременных, кстати, нет яркого наряда. О-о-о-о. Обалденно. Слушай, мне нравится. Так. Жаловаться на сломанную ванну. Вспоминать студенческую жизнь. Обсуждать работу. Говорить о кулинарии. Дружелюбно, не знаю, восторгаться комиксом. Предложить создать группу. Да нет. Давай подеремся подушками. Принести напиток персонажу. Не, нафиг. Блин, мне бы вот этот, как его. Мне бы стать с ней офигенскими подружками. Было бы чудесно. Хорошая подруга. Она лишь жбока, она ленивая, отлично. Блин, а у нас машина приедет через час. Ну, я эту вечеринку затеивала исключительно для того, чтобы стать с ней лучшими подружками. Я надеюсь, Джеймс там не сильно устал, пока делал самоочищение в душе. Угу. Поделиться секретом. Оу! Приехал стриптизер. Ох, боже, реально приехал стриптизер, смотри. Не, мы сегодня не поедем на работу. А может и поедем, я не знаю. Угу. Папа рад. Блин, прикольно. Он реально приехал на машине. Так, нам на работу пора, да? Все, поехал на работу, давай. Фиг с ним. А, она, кстати, уже и так стала нашей лучшей подругой. Супер. Да сейчас она поедет на работу, не переживай. Где она? Она уже побежала, да? Окей. Нарисовать 2 шедевра. Короче, идея с этим какого не получилась, да? Блин, она сейчас описывается. А, вот точно, он принес даже свою магнитолку. Так, время вышло, но кажется, пожар веселья не спешит угасать. Угу, не стану торопиться с уходом. У меня было как-то такое, что один из симов просто крутил роман. Закрутил сразу роман с... как его, с этим... Ну, вот с этим чуваком, который со стриптизером. Было забавно. Так, что-то где-то испортилось. Почини, пожалуйста, любимый муж. Не переживай, все. Главное, не реви. Ты, главное, не реви. Подлизаться к начальству. Отлично, функция доступна. А лучше, на самом деле, упорно поработать. Обрызгать кого-нибудь из шипучки. Подать блюдо высокого качества. Кстати, подать блюдо высокого качества мы еще можем, на самом деле. Блин, что-то еще раз сломалось. Блин, ты просто ходишь?
Ты просто ходишь и ломаешь все предметы, моя дорогая. Я, конечно, понимаю, что ты беременяша, но, блин. А еще, мне кажется, у нее крышу рвет от того, что тут везде так грязно. Блин, а Джеймс просто берет и прокачивает механику. Просто как может, потому что девчонки реально все ломают. Они со стриптизером зарубились просто. Замечательно. Ну вот, вот такой вот у нас. Вот такой вот у нас скромный девичник. Ух ты, как она танцует. Ты посмотри, слушай, она ничего так танцует. Ух ты. А это скрытый навык танцев, нет? Слушай, они, по-моему, уж так никогда не танцевали. Нифига себе, слушай, я реально не видела, чтобы они так танцевали. Вот как-то вот так вот двигаться, она как-то слишком пластично двигается. Или это из-за девичника, я не знаю, или она хочет соблазнить Николя Фламенко, дружелюбно. Попросить подраться подушками. Давай, Николя, вставай. О, за Джеймсом приедет скоро машина. Ты все, уходишь, что ли? А, драться подушками, это отлично. Так, а ты, кстати, хочешь кушать. Поешь быстренько, пока перед работой. Куда вы идете драться? Блин, моя дорогая, тебе бы, кстати, заниматься садом было бы чудесно. В саду подушками драться прям. Так, блин, а почему у вас испортились отношения? Что такое? Дать пять. Может, она со стриптизером замутит? Так, а можно спросить о карьере? Мне просто интересно, он работает именно пожарным? Или он... Вот, спросите о карьере, давай. Плюс 1500 получается, и так, и еда. Ага. Исполняет экзотические... Хотя, так, Хиори знает, что Николя работает в должности исполнитель экзотических танцев. Блин, прикольно. Я бы замутила с этим. Слушай, я бы замутила с этим, как называется? Со стриптизером. Поговорить о тумане, об искусстве. Давай-давай, болтай-болтай. Отлично. У нас совместимый знаков. Это замечательно. Давайте я тоже песни научим, чтобы ты всех бесил. И меня в частности. А хочешь остаться на ночь? Рождение ребенка. О боже, о боже. Только хотела предложить ему на ночь остаться. Давай, давай, в больницу ее. Так. Хочешь остаться на ночь? Боже, бедная Хиори. Романтично. Расцеловать сгоряча. О, у нас уже друг. Почему появляется разбитое сердце, я не знаю. Мне кажется, вообще на самом деле Хиори вообще абсолютно пофигу, с кем мутить. Поцеловать робко, поцеловать. Посмотреть на звезды. Ну, отлично. Прямо вот замутила с чуваком в саду у нас. Давай сделаем фотку. Пикантный анекдот. С ним можно начать встречаться? Я хочу встречаться со стриптизером. Говорите мне, что хотите, а я прям хочу. Зачать ребенка можно со стриптизером.
Мне кажется, я что-то делаю не так в этой жизни. Вот зачать ребенка уже можно. Пофиг. О, у нас рождается мальчик. Так. Как же мы его назовем? Малькольм. Пожалуй, так будут знать нашего мальчика. И он будет художником и спортсменом. Это прям, наверное, болезнь нашей семьи. Прям, слушай, чуть-чуть в сестру, чуть-чуть в папу. Папа все-таки у нас имеет самый большой этот... Самый большой уровень в этом деле из всех. Может быть, это, конечно, ему поможет. Я не знаю. Все, иди, ешь, ладно, хрен было бы с тобой. Рождение своего ребенка. Замечательно. Наконец-то поцеловались. Хиори имеет репутацию, ходит налево. Слушай, так у нее же нет партнера. Почему так? Так, уволиться. Действительно, а чем же тебе твой сад-то не угодил? А нафиг тогда мы все это делали? Ну, вообще, на самом деле, мы это делали для того, чтобы тебя занять тупо. И да, вот такую огромную детскую, дальнейшую для всех детишек я сделала. Ничего особенного, просто вытащила из инвентаря все, что было. А здесь он... О, прикольно, смотрите, какой слой снега. Высокий, обалдеть. Я думаю, вам здесь видно грань. Она довольно-таки реально высокая. А здесь вот будет балкончик, чтобы наблюдать за всем, за всем. Так, что у нас касается Секи? Значит, следа в следующей серии у нас должна быть свадьба, я надеюсь. Но мне бы на самом деле этого... О, смотри, она осматривает фотографию, да? Прикольно. Блин, и музыка начала быть адски громкой. Блин, нам уже можно реально не готовить ничего, просто потому что... как называется? А ты у нас ничего не хочешь, кроме... Куда ты несешь Малькома? Положи его, пожалуйста, в кроватку. Блин, у нас здесь света нету. Вот вангую. А, у меня еще здесь туалетной комнаты нету. Не совсем все доделано. Простите, извините. Можно вот так вот разместить ванну. Вот так вот разместить... туалет, разместить душевую, зеркало потом разместим, это не столь важно. Сейчас не столь важно, я не думаю, что они прям здесь будут. Именно в туалет ходить. Так, я думаю, надеюсь на самом деле, что этого хватит. И я хотела, знаете, что сделать? Да, вот взять... Поставить сюда вот это и поставить сюда вот это. Даже в количестве двух штук, чтобы по дому не валялась никакая одежда. Слушай, ага, у сестер и братьев никакого мудлета не появляется. А у родителей появляется. Отпраздновать день рождения Малькому. Что, уже? Прижать к сердцу Малькому. Ладно, хорошо, друзья, я буду на этом заканчивать. Так что у нас план такой. Значит, у нас свадьба плюс Париж. Можно это сделать, знаете, как из разряда... Серьезно, слушай, знаете, что мы сделаем? Как мы сделаем? У нас поедут эти. У нас поедет парочка. Да, пошла ты в жопу. Еще будешь ты мне тут это... Блин, тут кто-то что-то готовит. Снежа. А Снежа, по-моему, это... Как называется? Снежа, по-моему... Блин, они не должны были прийти к нам это... Прийти к нам раньше. Я не помню, кстати, должна была Снежа к нам приходить или нет. Но в любом случае, давайте на сегодня остановимся именно здесь. В следующей серии, значит, у нас свадьба плюс, возможно, в свадебное путешествие поедут ребята плюс... О, они уже тут это, смотри, вовсю. Вовсю няшки-няшки обнимашки. Знаете, что не понимаю? Предмет воздыхания, да? Почему у нее репутация, что она ходит налево, когда предмет воздыхания, потому что здесь, понятно.
Ну и ладно. Он вообще иностранец. Ему, мне кажется, плевать на нас. С большой глубокой колокольни стать лучшими друзьями? Ты серьезно? Тебе не нужно становиться с ней лучшими друзьями. Она тебе никто. Нафиг ее надо. Нафиг она нужна. Ребятки тут что-то играют. А ты куда, интересно? Почему вообще все вы здесь до сих пор? Я не понимаю. А где... Ага, а ты тут дальше изучаешь. А у нее просто поставлена цель. Я знаю, что я хочу. Я вот добиваюсь вершины карьеры. Я стану успешным этим. Как называется? Что происходит? А, они облили друга шипучкой, что ли? Мы станем успешным этим. А это ее, кстати, картина, это хорошо. Но ей надо, да, куда-то выбраться. Куда-нибудь это определенно будет сначала на свадьбу, а потом свадебное путешествие. Очень бы хотелось, на самом деле, чтобы сошел этот дурацкий снег. Но я думаю, что это наступит не раньше, чем через пару дней. Так, можно мне сразу тебе дать действие ухаживать за садом, пока у тебя сыночек не взбунтовался? И, о, отлично, спасибо. Спасибо, что снег растаял. Я очень рада. Кстати, папа там хотел прижать к сердцу малыша, а он как раз сейчас скоро будет всякие крикульки выдавать. Поэтому можно сразу же этим заняться. Будем считать, что у них стояла радионяня, условно говоря, да? Что это такое? Что это за мудлет? По уши что? По уши в нектаре. Никто не может быть смешнее. Блин, а откуда ты взял нектар? Мне вот дюжи... А, это, наверное, то, что на тебя вылили в этом, да? Ну, отличная вечеринка, я очень рада. Очень рада, я немножко подзависла. В любом случае, давайте остановимся здесь. Увидимся с вами в следующей серии. Она будет быстрее, чем вы думаете. Пока-пока.